В пятницу, 14 сентября, в Рязанской библиотеке имени Горького прошла выставка передовых технологий и разработок в области ЖКХ регионов Центрального федерального округа России. Посетителями выставки стали полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов, губернаторы всех регионов, входящих в ЦФО, а также мэр Москвы Сергей Собянин. В качестве экспонатов выставки были представлены энергоэффективные проекты, решение задач модернизации ЖКХ, информация о предприятиях жилищно-коммунального комплекса, использующих в своей работе инновационные технологии. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня перед началом заседания Совета округа мы действительно осматриваем с вами выставку передовых технологий и разработок в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Я хочу сказать, что это одна из важных тем. На эту тему в своих первых указах 7 мая текущего года говорил президент Российской Федерации. Он дал соответствующее поручение главным регионам, правительству и другим органам государственной власти. Я считаю, что одна из задач органов государственной власти – это именно создать те условия, чтобы в повседневной жизни каждый житель нашей страны чувствовал услугу, качественную услугу и адекватную оплату за эту качественную услугу. Вопросов много, они непростые, сложные. Я бы сказал, что не все вопросы сегодня решены в этой области, но есть прорывные моменты, и в этом отношении Центральный федеральный округ является как раз передовым округом, где разрабатываются и применяются эти технологии.